Имущество Белорецкого мулзавода выставили на торги за 33 миллиона рублей. Об этом РБК Уфа сообщил конкурсный управляющий Григорий Саратцев. Реализовать планируется промышленное здание на улице Тюленина общей площадью 7,5 тысяч квадратных метров и земельный участок под ними площадью почти 33 тысячи квадратов. Заявки на аукцион будут приниматься с 29 августа по 3 октября. Претенденты должны будут внести задаток в размере 10% от начальной стоимости. Объекты продаются единым лотом. Если на аукцион поступит только одно предложение, цена будет не ниже установленной, с этим участником и заключат договор. Напомню, Белорецкий мулзавод был признан банкротом в феврале этого года. Компания подконтрольна Марине Терсиной, Назифу и Насиме Файзулиным. По итогам 2020 года чистая прибыль предприятия составила 1 миллион 700 тысяч рублей. Процедура наблюдения на заводе была введена в апреле прошлого года.